Баленицкий замок – один из древнейших и ценнейших памятников Словакии. Будучи построен на холме, он возвышается над окружающим его городом Бойницей, что находится в западной части страны. За 10 веков замок успел побывать во владении магната и влиятельнейшего человека страны, короля и его внебрачного сына, а также у целого ряда весьма родовитых и известных семей Словакии, пока в 1939 году не был продан частной компании, а в 1950 году превращен в музей. Четыре раза, следуя модным веяниям искусства, замок перестраивался, при этом ни разу не был разрушен, а лишь достроен или видоизменен. В результате сегодня в небольшом словацком городке у подножия Стражовских Врхов стоит прекрасный замок, один из старейших в Европе, вобравший в себя все лучшее от французского романтизма.